На Рыбинском заводе приборостроения начало серийное производство сложной медицинской аппаратуры для офтальмологии. Проект реализуется при непосредственной поддержке региональных властей как импортозамещающий. К сентябрю первые 4 серийные установки должны выйти из ворот завода. Почти 20 лет научных разработок, поиска новых решений и сейчас, по сути, финишная прямая – серийное производство. Будет производиться лазерная офтальмохирургическая система для проведения рефракционных операций, для проведения операций по лечению глаукомы. Установка разработана нашей клиникой совместно с Демидовским университетом, в содружестве с нашей медицинской академией. Региональные власти дважды выделяли гранты. Благодаря этой финансовой поддержке удалось продолжить конструкторские работы и приобрести необходимое оборудование и комплектующие, которые легли в основу этого сложнейшего и во многом уникального оборудования. При этом Александр Викторович отдельно выделяет людей, с которыми ему довелось работать. Самое ценное в нашей клинике и в создании этого лазера – это, конечно, тот коллектив, который смог сделать то, что мы сделали. Здесь привыкли ценить каждого сотрудника, отдавая ему должное уважение и любовь. Так совпало, что в день съемки Юлия Нагорная отмечает свой день рождения. За ее плечами 20 лет работы в клинике. Коллектив единомышленников создал Александр Викторович, естественно. Он подбирает таких людей, которые могут работать вот в команде. И сегодня именно эта команда продолжает движение вперед, находит новые решения непростых врачебных задач. Елена Златоустовская, Максим Сушанов, новости города.